Пресс-служба управления ФСБ России Почувашия сообщает, оперативный штаб проводит антитеррористическое учение, в котором задействованы силы и средства группировки штаба. 13 и 14 июня в городе Чебоксары пройдет активная фаза учений, в ходе которых будут отработаны действия, направленные на пресечение террористического акта и минимизацию возможных последствий. Оперативный штаб обращается к населению с просьбой сохранять спокойствие, соблюдать меры личной безопасности и не препятствовать деятельности правоохранительных органов и специальных служб.